привет, это канал «Разговор с Богом», ее ведущий Крутов Сергей. Сегодня я расскажу вам про ритуал, как узнать, есть ли у вас глаз или порча. В общем-то, этот ритуал не мой, и мы будем сегодня проверять. Так что эта рубрика будет «Проверка ритуалов». Смотрите, что я буду делать. В общем-то, что я делаю? Я кладу в середину свечу. Так, сделаем чуть повыше. Вы видели, насколько все это сделано. Вот, свеча в стакане. Ставим в середину. Засыпаем стакан солью. Дальше что мы делаем? Дальше мы поджигаем свечку. Вот видите, поджженная свеча. Да, что-то не идет. Свечка поджигается. Так, наконец-то у нас свеча зажглась. Дальше мы должны положить между человеком, которого мы проверяем, его любимую вещь. Неважно, что это будет. Но вот у меня в данный момент кольцо, допустим, свадебное. Поручальное, в общем-то, кольцо, которое, ну, я люблю, потому что жена моя любимая. И вот между этим мы ложим, между человеком и между свечой. И смотрим, наблюдаем, как горит свеча. Сказать, в принципе, если свеча горит ровно, значит, на вас нет порчи. Если свеча отклоняется в какую-либо сторону, значит, на вас есть порча. Да, кстати, соль, скорее всего, вы не сможете дальше есть, потому что тут получается это.
Вот у меня, в принципе, свеча нормально горит практически. Но хотя вот чутка отклонения есть. То, что есть вероятность того, что сглаз. В следующем ролике будем пытаться избавиться от этого сглаза. Также будет это в рубрике «Проверка ритуалов». Ну, в общем-то, в принципе, весь этот ритуал дальше записывать нет смысла, потому что все уже понятно. Так что, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать такие видео. А я для вас буду делать новый контент. Всем пока.